Добро. Двух ходов сколько? И раз, два. Два киклиза через фанбокс. Делайте переднюю ножку. Вот это стиль, вот это я понимаю. Пробрачик. Варрай в квотере. О, прошу прощения, на наклоночке. Не будем обесценивать их достоинство, потому как в квотере делать все-таки проще, чем на разворотике в наклонке. Чудес в наклонке. Эх, планировалось там очень классный тычок, я прям вот чувствую Хилл Киклис на разворотике, все скомпенсировал вот то, что мы не так не получили во время вылета через фанбокс. Чуть меньше 15 секунд осталось, Дань. Так, вот. Так, вот, какой ноу-хендинг вылетел, отпустил, привет, и всем передал, и еще в конце сколько скрипнаев попытался сделать, но, к сожалению, останется все это у нас только на финальной попытке. Роман Панкин.